Всем привет! С вами Vexerreal и игра Battlefield 5. У разработчиков невиданный приступ неограниченной щедрости. Они решили дать поиграть в Battlefield 5 бесплатно в течение 4 дней и подряд 4 недели. В разные эти недели будут доступны разные режимы игры. Ну, учебный мы однозначно проходить не будем. Хотя, может быть, там тоже интересно. Ну вот, я подключился, у меня еще 2 дня есть. Хочу сыграть и поделиться с вами. Тут есть одиночная игра «Военная история», целых 5 миссий. Я даже не знаю, стоит ли или не стоит в это сыграть. Есть сетевая игра. Бесплатно будет «Штурм» и «Отрядный захват». Может быть, начнем все-таки со штурма? Нет, не хочу я со штурма начинать сегодня. Сегодня, а что у нас в тренировке? Основное обучение, тренировочный бой с игроками. Нет, тоже не хочу. Ладно, значит, сегодня у нас военная история. По зову Родины мы отпустим, потому что там такой немножко как трейлер игры. Там особо не участвуешь ни в чем. Давайте начнем, наверное, вот с этого ролика, без знамен. Без знамен, 42-й год, ну и все, играть. Нормально. Какое у нас задание, ребята, сегодня? Цель. Следуйте за Мейсоном. Найдите охраняемый ангар. Темно, ничего не видно. Прицел пока не могу включить, бежать. Еле бегу. С таким бегом, ребята, вы далеко не убегите. Не убежите. Да у меня запечатка. О, там еще наши головорезы. Ну, Battlefield всегда на уровне была графика. Так что я не удивлен красотой местности. Приближается штука. Даже 2 штуки. Ой. Куда я? А, вон ты где. Сейчас пойди. Давай уже, залазь. О, немножко побыстрее побежал. Мы днем вообще хоть одну операцию здесь будем проходить. Так, лечь на Z. Отлично, нашел. Тут присесть присела, лечь забыл как. Скрытность. Ну давай уже, вставай, побежаем. Разговорчивые вы какие-то на спецзадании. Не боитесь, что вас услышит кто-нибудь? Согласитесь, у Battlefield всегда красиво, да? Очень красиво. У меня, конечно, видеокарта не с лучами трассировки, но все равно все довольно симпатично смотрится. Хотя этот чувак блестит, как будто бы его маслом измазали. На Q у нас бинокль. Брак. Взрывчатка, взлетная полоса. Ну и что мне еще нужно сделать? Масштаб даже могу применить. Бочки. Раз, два. Что, так всего мало врагов? А не, он еще кто-то. О, так там и там. Короче, будет жарко, ребята. Где вообще охрана тут есть? Так, разбившиеся самолеты. Охраняют только взрывчатку. Здесь, видимо, мы возьмем оружие. А там что? Тоже оружие. Ну, там не вижу кто. О, там тоже кто-то ходит. Короче, есть они там. Дальше тоже. На взлетной полосе.
time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Fuck this for a day with soldiers. You horrible bastard, Mason. Ну, цель мне понятна, взорвать самолеты. Только как я должен сделать это все тихо? Или же можно тут немножко пошуметь? Не, не хочу. Зачем мне? У меня и так есть оружие, и что? Мне, получается, это не нужно? Ладно. Попробуем скрытое убийство. Есть оно тут, нету. Есть. Как обычно. У него какая-то винтовка. Может попробовать взять вместо пистолета, если получится. Взяли вместо пистолета. Не. Смысл. Без прицела. Кто там еще где ходит? Это, видимо, пулеметчик. Найдите охраняемый ангар. Охраняемый ангар, ангар, ангар. Ой. Кажись, меня заметили. Что сделать? Побежал дальше. Он увидел труп. Есть! Не успел стрельнуть. Классно я его выманил. А вот с него бы пулемет не помешал бы. Ладненько. Что еще мы можем сделать по-тихому здесь? Ой. Он в эту сторону смотрит. Ладно. Отключить сирену. Ребята, она, по-моему, не включена. Зачем мне ее отключать? Заметил. По-моему, он бежит к сирене. Все, миссия провалилась. Тихая. Начинаем убивать. Там что? Что мы можем еще тут прихватить с собой? Пополнить боеприпасы можем. Это у нас что? МП-40 какой-то. Не знаю, что это. Меня вполне устраивает то, что у меня есть. Где ваш этот охраняемый ангар-то? Там, что ли? Ну, похож. Подождите минутку. Если я уйду отсюда, а? Нет. Первая очередная миссия, я смотрю, у меня... Ой! Не-не-не-не-не-не. Отстаньте. Да, ты будешь стрелять ровно или нет? Что у тебя с прицелом? Кажись, я ему попал в шлем только что.
Ага. Всех уничтожили. Ну, мне вот кажется, что ангар в той стороне, если честно. Это вообще что? Ух ты, тут можно на машине даже покататься. Взять и удерживать. Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Какая-то интересная штука. Попробуем ее взять. Я думал, ангар тут. Трофей поблизости. Берег реки. Что такое трофей? Я, если честно, не понял, что это только что было. Нет тут никакого ангара, ребята. Там вдалеке какой-то город. Нет. Значит, надо все-таки идти на аэродром. Что у нас в машине? Мы можем сесть? Как правдоподобно. Стрелять из оружия на клавишу. А где прицел? Ой, тихо. Короче, не люблю я бесшумную игру. Будем шуметь и много. Где покинуть технику? А пострелять с нее, как обычно, да? Найдите охраняемый ангар. Ну, я вижу, он там. Кто-то там меня заметил, да? Ух-ух-ух! Где ты? Ясно. Навели тут шороху. Сесть в машину. О, отлично. Где там кто? Ну, давай. Кто-то еще бежит, нет? Вижу, стреляют. Нет, с такой дальщины я, видимо, не попаду. О! А это уже снайперка. Это уже веселее, только в такой темноте тоже не факт, что будет хорошо все видно. Куда стреляли? Куда-то оттуда. Но уже никого не видно. Есть контакт. Кто еще там живой остался? О. Включите свет, ребята. Ничего ж не видно, где вы там все попрятались. Там же ж явно кто-то был. Стреляли же с той стороны. Ладно, пойдем на пролом. Лампочка почему-то не захотела взрываться. Ой-ой-ой, меня, кажется, заметили. Ой-ой-ой-ой. Кто здесь? Кидаются гранатами, ты посмотри на них. Дымовую, что ли, кинул? Так, еще одного убрали. О! А
вот это уже интереснее. Все, парни, этот бой вы проиграли. Отлично. Так. Кто-то еще где-то тут шумел. С какой стороны стреляют? Оттуда, они где-то там спрятались, ну. Ну что, теперь-то хоть все? Не. Ох, ой-ой-ой, сколько у вас, парни. Еще ж так прям по дорожке все ко мне. Молодцы. Хвалю. Ну. Там я в кого-то попадал. Но я его точно не убил. Здесь вроде никто не идет. С тыла вроде нет никого. Интересно, объект можно полностью разрушить? Этот не хочет разрушаться. Кто-то вот где-то бурчит, ну. Где он? Фонари не тушатся. Разочарование сплошное. О, не, этот потушился. А, вон, вижу. Есть, готов. Вроде все. Ну вот, задание надо было с этого и начинать. Добраться до пушки. И разнести тут к чертям все. Что у нас здесь? У нас это уже есть. Я слышу, что... голоса. Я слышу, что я не всех убил. Кто-то где-то прячется. Новая цель. Проникните в охраняемый ангар. Где же ты? Родной спрятался от меня. И так долго не выходил. Тут есть пулемет. Нет, снайперку я не хочу менять. А пулемет, возможно, хорошая идея здесь. Я уже не боюсь, чтоб меня застукали. Можно шуметь. Так что, ага. Где-то был. Видел значок. Обнаружение. Так он почему-то опять исчез. Да где ты? Ну. Нет, мне походу не в машину. Возможно, вон в машине. Ты меня сейчас доорешься, короче. Я тебя все равно сейчас найду. Ой. Где он там? Ага. Прячется за машинами. Я тебя понял, чувак. Ты типа у нас тут хитрый.
Господи, откуда он взялся? Есть контакт. Еще один готов. Ладно. Пора, короче, заканчивать эту миссию. Хватит уже с вами тут мелочиться. Тут еще кто-то есть. Ого. Этот парень, походу, доставит серьезные неудобства. Надо его как-то по-другому снять. Вот так вот, например. Ты живучий! Тебя что? 10 жизней, что ли, а? Скрылся. Что он делает? А ну-ка, постой, я прицелюсь. О, боже. Где он там, этот зажигатель, поджигатель? Есть контакт. Так, патроны у меня закончились. Пожалуй, надо было бы что-нибудь другое взять. Ну, снайперка хорошая вещь. Ну, вот пулемет мне что-то разонравился. Как-то он мажет немного. Сейчас мы его здесь поменяем, если есть на что. Что-то я вход прозевал, по-моему. Ага, вижу. Установите бомбу с часовым механизмом. Найдите... А как выйти вообще отсюда? Тем же путем, что пришли? Нет, наверное, через дверь уже. Взять патроны. Отлично, Мейсон тоже уже свое дело сделал. Похоже, не понравилось самолету, что мы хотели его взорвать. Ай-яй. Надо прорваться к зенитке теперь. Уничтожить вражеский самолет.
попробуем немножко оценить ситуацию, как там можно пройти, нельзя. Один готов. Ух, сколько их тут. Бросаю дымовую. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Надеюсь, успею добежать. Где там та зенитка была? Я уже ей попользовался немножко, помню, что с ней да как. Вполне. Я думаю, все самолеты сможем уничтожить. Где там кто еще стреляет? Нет тебя. Этих я не вижу. Так, самолеты мне теперь нужны. Отлично, один готов. Сколько их было? Еще один где-то. Но, если честно, он как-то далековато от меня. Помогаю, помогаю, чувак. Все, два самолета уничтожены, отлично. Нам придется еще повоевать, парни. Так-то. Придется повоевать. Это у нас что? Трехстволка какая-то. Не, дробовики ваши. Уж извольте. Осколочная граната. И то осколочная граната. Какая между ними разница? Так будет, так, наши обычные лимоночки. Что мне нужно сделать? Куда попасть? Едет какой-то фриц. Эть. Остановился. Не хочет выходить. Ну и ладно. Живи пока. Побегал немножко, повыполнял немножко заданий, добрался тут до бункера, запоролся, тут уже 5 раз погибаю. Решил заснять все-таки. Вот этот вот момент, немножко поснимаю здесь, вот, минут 10. Если не пройду, то не пройду, выключу. Если пройду, то пройду. Отлично, один готов. Ну, тут вот вообще сложность заключается в том, что они начинают звать подмогу. А это вообще нереально сложно становится. Все, вот они там уже тревогу подняли. И меня начинают прессовать со всех сторон. С каких только можно. О боже, вот о чем я и говорил. Что-то мне кинули, я так понял, красный дым, куда ударит артиллерия, наверное, и меня расстреляли. Короче, где занять позицию, я пока вообще без понятия. Они тут, тут, там, короче, везде. Пытался проникнуть, короче, без этого. Без стрельбы тоже ничего не получилось. Все равно вызывают охрану. Так, ну, начну все-таки опять. Уб...
убивать, не знаю, получится, не получится. С того края хотя бы. Только я не уверен, что меня здесь не услышали, если честно. Могут услышать и тоже ломиться, да? Услышали. И теперь начнется. Головокружительная атака. Еще первый выстрел в голову не всегда убивает. Каска, видимо, спасает. Вот опять они что-то подкинули. И у меня артиллерия начала стрелять. Ничего не вижу, но пытаюсь попасть. О, этот поближе будет. О, они походу тут уже серьезно за меня взялись. Не знаю, не знаю, ребята. Видимо, конец мне снова. Граната. Обойти смогут, не смогут. Дымовую кинули, еще не видно теперь, да? Я так понимаю, не хотят они особо подходить. Попробуем прорваться в этот раз. Патроны-то не бесконечные, а их все больше и больше постоянно. Откуда они берутся, я даже не знаю, если честно, пацаны. Кто-то тут лежит еще, стреляет. Патроны кончились. Ну вот, о чем я и говорил. Теперь будет намного сложнее. Восемь патронов здесь еще. Ладно. Еще одна попытка. Кто в меня тут стрелял? А, тут однозарядный, да? Возможно, восьмерых уберу сейчас, если получится, с одного выстрела всех.
Ну давай, выходи уже. Да когда вы кончитесь, парни? Не получилось одного выстрела. Надо все-таки в голову целить. Давай, 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 давай. Ближе нужно, не попадаю. Здесь вроде нет никого. А черт, ты откуда взялся? Патроны, патроны на исходе, пацаны. Надо прорываться. Еще где она? Пулемет. Ну, давайте попробуем с пулеметом повоевать. Немножко патронов взял. Взял. Хочу вернуть на место свою винтовку. Все-таки она многозарядная, не хочу это ржавая корыта тут тащить с собой. Однозарядная. Такое ощущение, что она там никогда не кончится. Давай, давай, давай. Всех? Ну? Надеюсь, что всех. Вот это уже лучше. Фу. Кажись, пробрался. Тут есть одна хитрая штука, но, если честно, его не особо хочу брать. А то на в ближнем бою доставляет много неудобства, можно самому подорваться. Все. Это задание я выполнил. Новое задание у нас найти Мейсона, да. Интересно, может вместо этой липучки можно взять? О, оно вообще берется четвертым оружием. Отлично. Пригодится. И где теперь Мейсон искать? Вижу какое-то транспортное средство, но не уверен, что в него нужно садиться. А может быть... Давайте сядем, прокатимся. Немножко поездим на машинке. О, вот так вот неудобней.
покину технику. Я еще не доехал, доеду, покину. Так намного быстрее. Класс. 700 метров пролетим. Очень быстро. Вперед! Джип ты или нет, в конце концов. Давай. Ну. Я еще не доехал, чтобы оставлять такое классное транспортное средство, которое по отвесным скалам есть почти. Еще один. Тоже хороший. Где-то Мейсон, выходи. В общем, это оказалось не последняя миссия. Тут все продолжилось. Все продолжилось, и все очень довольно серьезно. Так что я, пожалуй, прекращу на этом свою миссию. Продолжу один. А вам спасибо за внимание. Ставим лайки мне в поддержку. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. Ну и всем пока.